В прошлой серии мы зарейдили испанский клан. И вот, загрузив последнюю партию ресурсов, меня убил один из читаков. Эту серию им я и хочу посвятить. Да-да, читак и тиммейт позвал. Ну, чтоб подсосать. Подожди, а мы ту кибу не ремувнули? Кибитка выросла. Значит, в кибе. Кибиток, мы же все ремувнули? Да. Кибитку строит, тачку лутает. А ту мы поломали, в которой пол был? Да, да. Опа, сана. Иди сюда быстрее, помогай, вот он передо мной. Вижу. У меня патронов нет, оно меня убьет. У меня один патрон. Тихо. Мне надо залететь к тебе. Блять, я залететь не могу. У меня... Подожди, жди. Ай! Ты видишь его, Дион? Да. На 210. Странный читак у него. Контри дверь. Ага. Нихуя себе. Убил! Убил читера! Подниму сейчас. Замри. Чувак, вот здесь вот они. Я тебя понимаю, ты мне нужен. Мне кажется, они спальники не откинули. Они не откинули спальники здесь! Видишь, они не бегают. Надо быстренько забирать весь лут, ты. Кто стреляет? Я убил... У него, короче, понял, у него какой-то странный АИМ. То есть у него вот есть такой, что по бошкам стреляет. Вот здесь, здесь все, здесь все, здесь все. Они вот сейвят. Уроды, на наши ресы, блин, кибитку построили. Залутывайся, садись в тачку и поехали домой. У меня тут металла полная это. Да вот они пылесосить машину начали, понимаешь? Боже, какие у него тиммейты овощи. Вот здесь вот залутай. Вот здесь вот все залутай. Охереть, он тут отпылесосил. И этого лутай. Я в тачку сяду. А? Я труп этого не видел. Где он сдох? Иди сюда. Ну он такой слабенький, понял, читачок? Да он может, слышь, может он не заметил тебя. Он видел. Он на тебя сагрился, вот его лутай. Он может патроны возьми на калаш. Да я этого... Ну, ладно, понял, у меня один магазин, я этого тиммейта сутал за его же... Им долго идти, им очень долго идти. Долутаешь здесь? Там еще надо. Надо 100 тысяч. Нет, именно чтобы им не осталось, именно что нам надо, чтобы им не досталось, понимаешь? Я только ремувую хату, и это уродина меня вон оттуда с горы, короче, понял, и режет. Ну, ладно, у меня спалка у тебя. Вот он меня убил здесь. В репортах пока нет, но ты сам понимаешь, что оно звучно сдали срежет. Я это понимаю. Подожди, подожди, а что они начали забирать-то? Блин. Я не знаю, у меня нет места этого для всего. Тачка фуловая, они не забирали. Они, походу, тупые. И топляк не весь забрали, походу. Ну, у меня фул. Ты забрал там сколько смог? Я все забрал, там одни эти остались. Все основное забрал, да? Поножья, да, остались. А, ну все, херня, тогда едем ко мне. Ко мне едем. Это он именно, понимаешь, он уже наиграл с читами больше 50 часов. То есть, получается, он читы то включает, то выключает. Поэтому, соответственно, его не банят. Мне кажется, так это работает. Или хрен его знает. Потому что он очень странный. На самом деле очень странный. Нужно было не давать им отдыхать. И мы решили построить кибитку их дома. По тебе бы тоже. Сейчас подожди, может быть стрелять начнет. Это он поставил углы? Лёх, я хотел. Буферку дома, например.
Вылез, вылез, вылез. Это читак? Не-не-не, это не читак. Или что-то ломают, или хер его знает. Вот, рядом прям. Долго-долго сильно промежутки перетрясли. Прям рядом. Или бы... Вон он, вон он, вон он, вон, вон. На тридцатке нет. Дерево фармит. Пошли, пусть уходит. Пусть уходит. Ты уверен, что это ехи? Там ботхата, походу, заспавнилась. Просто мы это, сейчас они пока один фармит. Но мне кажется, этот, который второй читы подрубил, сидит на крыше, мне кажется, так. Они там поставили кибитку, застраивают. Ну тогда знаешь, что делаем? Напротив. С другой стороны? Да, давай фундаментами идти. Правда. Не, подожди. Открой просто наготове. За мной иди. Надо этого будет еще встретить. Они дерево фармят, чтобы это застроить. Так они сделали с нашего места, где мы начали. Да. Ну ладно, зато там у них... А у них одна дверь, они убрали. Как раз там дверь. Тихо, беги. Отбегает уже. Так, иди за мной. Здесь не ставится, ай-яй-яй-яй-яй. Вон он, идет. Увидел нас? Да походу. Я почти сбрил его. Тыка одна осталась, слышь? Второй вылезет. Чмошника не вижу этого. Вижу. Я этого чекаю. Чекай, один, слева, слева этот. Читак. На доме там, да? Вот где кибитка наша. Не высовывайся. Я предлагаю прямо вот отсюда строиться. Стройся, да. Стройся, ну смотри, на крышу буду выходить, той кибитки поломал. Заходи сюда ко мне. Шкаф ставь. Застройся полностью. Застроился? Да. Все, пропишу быстро. Прописал. Застраивай дальше. Ну да, еще не турка досталась. Так у них, знаешь, здесь турки. Мы, знаешь, что еще можем какой херней заниматься? Их на КД отправлять, 10 бобовок по крафту ставить. У них, короче, ну, турки стоят на каменных. Блядь. А где же столько камня взять? Ой. Нету, да? Дерево. У меня с деревом беда. О, нашел. Нет, ну в принципе они не залетят сюда, да? Даже если крыша не дает же. Вроде как. Ух. Да, ломать чуть-чуть. Ух. Ты там на меня забайтился, дурачок. Только вроде. Где второй? Где? Надо его убивать идти. Да я второго не вижу. В чем прикол, его нет второго. Он тут топает. Взлетел. На плане, да. Ты где убьешь? На вышке? О, Патрике. Нет, под кибы убил. На вышке, тип. Я понял. Побайте его как-нибудь, слышишь? Дал две головы. Но у них там турка. Вот именно с дома их лутать вообще не варик. Ракета.
А как она прилетела, типа? Ну вот как раз и разделся. Так, я деревцо взял. А турки, может быть, побайтим? О, чтобы на нервишки действовать, надо как-то же. На вышке, возле вышки. Дал голову. Странные турки на самом деле. Мне кажется, им в ствол что ли надо попадать, вообще не байтится. Ух ты нахер. А ты чё, голый был? Да, да. А-а-а, я думаю, опять что ты врубил. Не, я голый, он с одной пулей мне походу. Домой убил. Побежал за хилом. Я ж разделся полностью. Я убил его, но там турка у них на самом деле. Я пока на дом полетел, еще металлик пару тысяч, битку, где я шкаф загорел. Ого! В каску мне со снайпы. Сброят, не успеешь. Что-то столько... Охереть! С префайра как по мне дал вообще! А сейчас по мне стреляет через этот. Все, они короче, все, чувак. Они периодически включают, выключают читы. Понял? Он турку несет, развернулся и по мне сразу по мне начал давать. Ну, увидел, да? С граника опять. Что-то они там. Бежит под дом один. Лутать надо его, чувак, быстрее, голый, если ты голый. Я не голый, я полностью фу. Где он? Все, они теперь будут пытаться себя залутать. Я раздеваюсь, сбрасываюсь. Вот здесь труп. Надо фундаментами, фундаменты, возьми где-то 200 дерева, фундаменты, фундаменты поставить. А может без фундаментов, если ты сейчас поставишь, они от них отыгрывать потом будут. Да. Да-да-да, попробуй так залутать. А если он вылезет, я попробую сбрить какой? Его сразу. По какой стороны? Вот, с этой стороны, иди сюда. Я просто не вижу. Ух ты, нахер. Так, я тут. Где-то внизу. Вот, смотри на 75, видишь труп? Ага. Сам себя убил и этого чувака. Все, быстрее, они оба в КД, чувак. Они оба сдохли. Он убил себя и... Залутанный? Гранатами. Да? Неси домой. Блин, нам надо... Просто топляк мы так очень много будем тратить. Нам надо дверь поставить. МВК-дверь. Нихуя себе он хилов принес. Да? Красава. Патронов надо побольше. Блять. Чё? Баннер закрылся, прикинь. Да? Ну ты с той стороны пытайся как-то залезть. Ты подожди, я сейчас сломался. Вот, доить их надо. Доить, дезморалить. Прикинь, 12 шприцов. Дал, много дал одному. А как он тебя там так? 165. Откуда-то оттуда. Их больше стало, их трое уже, чувак. Их уже трое. Угу. Да, их уже трое. Опять потеря соединения, это зум. Железка дерево. Так, ты чё, я не понял. Да, это главный читер зашел, все. Почти сдох. Тычка осталась. Где? Я ящики ломаю. Блин, патронов все, чувак. Ух ты, не понял. Че, получил? Ну вот он сидит, он сведенный на меня, я тебе говорю, он... Это вот этот М24 Girl. То есть, вот он смотрит на меня. Смотри, я сейчас выхожу,
Он мне на префайре дает. А что ломает? Ничего с меня сброят, дерево ломает. Где-то. Так, надо закрыться. Да ладно, ему по башке. Сейчас все будет. Это же дерево, боже. Пусть тратят. Сколько они уже потратили? Блин, я боюсь вылазить. Он знает, наверное, что... Они оба на вышке. Ну, я тебе говорю, вот он стоит, сведенный, и он знает, где кто есть. Вот, смотри, я сейчас здесь стою, да? А сейчас, соответственно, беспалевно вот подойду, к примеру, сюда. Вот. Ну, это и так... Да. Ну, блин, я никому ничего не буду доказывать, это уже нормально. Это уже норма для этой игры, что тут куча вонючих читов. Это... Я ж тебя о чем? Я не могу пробраться в ту сторону. Вот так вот. Ты его выбрал? Все, заходи. Хотел бы так стрелять, как это чудовище стреляет. Они все на вышках сейчас. А че у них все патроны на гранике, типа? Дал две головы. Нет, не головы, два торса. Минус 110 хп. Опа. Только вспомнили, да? Вылазить сейчас будет. Думаешь? Да, вылазить почему-то башка. На, я его убил. Красава, киляйся, лети туда. Киляйся, лети. Я попробую, когда он будет подниматься, сбрить его. Сбрил, иди лутай. Блять, мешает потолок. Вот здесь вот взлетишь. На левой вышке. Че, тот тоже подрубил, что ли, я не понимаю? Да. Ах, как так? А, ну там две тычки, по сути, ты же. Киляйся и этот, как его. Да. Еще раз пробуй. Да, че нет-то? Я его фокусю, если он будет подниматься. Если не получится, я пойду попробую. Так, я тебя не вижу. Я уже заблудился, где мне. Вон, поднимается. Не, не получилось у него. Сука. Не получится. Убил? У него. Да? Блять, у меня КД. У него КД жесткая. Я киляюсь, на, лутай меня здесь. Я не могу. Мне 51 минута. Ну, я буду пробовать, похеру. Ну, блядь, минута. Сана там стоит, блядь. А где? Там на вышке самой. Нихера себе! Ну давай со снайпы меня в полете. Ты стреляешь с берила? Нет. Я только появился. Я облутал его, да. Ой, сколько они бинтов, чувак. Сколько они хила с собой берут. Ух ты, у него тут железо, дерево. Жратва. Он ко мне не поднимается, я лутаюсь. Ой, откуда, я не понял. Кто-то с хаты. Он на хате, смотри. На углу стоит. Все, я готов. Готов? Я готов. Давай, я... Да. Давай. По чуть-чуть настреливаю. Давай. Что-то пропал. Ну тебе главное накинуть бобовки. Давай. Турки, все. Я пойду в хату. О, сразу. Красава. О, я буду отползать, типа сейвить лут. Давай. Кстати, да, труп туда, это, они будут, типа, думать, что в трупе. Взрыв. Будут пытаться, да, забрать. Минус турки. Топовая. Да, он думал, что ты со взрывом. Положил. Я пошел.
Ну, мне этот не даст. И тебе этот не даст. Где не вижу, где этот? Сейчас хоть скажу. Ну да, стоило эти кубики, снайпа и УЗИ. Здесь. А, все, вылазь на крышу. Давай. Да что-то их нету, все походу. Смотри, я пошел. Дал башку. Блин, турка загрелся. Все, минус турка еще одна. Серьезно? Лошиё, лошиё. Он сидит там. А, чекует, выгнали, глянут, что там ломают. Да-да-да-да. Ну, вроде снес. Ой, я как же стоит.
Ну чё, пацаны, отдыхайте. Отдыхайте. Так, надо найти всех сейчас. Нарисов, как я понимаю, даже жопы. Просто всех найти. О, боже. Здравствуйте, товарищ. Так, это подъем наверх. Где они все? Вы где все? Лежите. А вот еще один. Недочитер. Так, минус два, еще двух надо найти. Главного читера надо найти, но он, скорее всего, на вышке. Это что это? А как вы поднимаетесь на крышу? Так, мне надо шкаф перенести и надо засейвить вот этот все, вот этого все засейвить надо. Так, здесь бахи еще были, я видел. Очень много железа, порох, топляка миллиард просто. Во-первых, надо шкаф перенести. Вот, один остался. Блин, он на крыше, скорее всего. Сейчас на крышу давайте залетим. Они застроились, походу, да? Да, отлично. Шкаф заношу. Так, с палки надо искать. С палки. А, все понятно. Ну и все как-то так. Так, надо ящики делать.
Диверстак. Много говорить, друзья, не могу, к сожалению. Температура, горло болит. Да что ж ты. Просто все ящики закудлучены. Это какая-то вообще подлянка. Так, нитки. Еще стволы. Патроны. Турки. 3 штуки. Голова. Покушать. Покушать святое. Так, здесь хил я ящик сломал, покушать искал. Снайпа, кстати, вот мне это интересно. Вот этот вот чувак, да, со снайпы пулял. Значит, 4 их стрелял, да? СМГшки, 4х. Ну, чуваки зажрались. Стена, 3-й фундамент сломался, лаунчеры. Бадики на тачку. Блин, ну какая стена сломалась. Мне пофиг. Неважно. Блин, это сейвить все надо. Ну, давайте сначала все сломаю, а потом что успею засейвлю на самом деле. Потому что у нас и так фуловые ящики. Просто фуловые. Еще стволы. Прицелы, карты. А, они все-таки тайцы, да? Они все-таки тайцы. Ребят, сколько бы мы с ними не файтились, они не писали вообще ничего. С одной стороны, хоть они читеры, мое им уважение. То, что вот за все, за всю игру, за все действия, охереть, просто ящик железа, да? Вот это надо обязательно собрать будет. Вообще ни разу ничего не написали в чат. Ящик серых патронов, синие патроны. Накалашек, малашек. Тачку надо будет еще починить. Вроде что-то еще сверху было, да? Да, вот еще ящики. Им просто девать резко. Ящик камня с железом. ВК, экспа, ну чисто так пострелять они делали. Вроде, друзья, вот так вот. Сейчас это очень много работы, я не знаю, что с этим всеми ресами делать. И так мы вчера раздавали ребятам русским, вот здесь, которые на сервере играли. Просто тачку загружаем, к дому подъезжаем, выгружайте, чуваки. А, вот еще. У нас фуловые. Конечно, можно на газку перерабатываться. Калаши. Ой, жесть вообще. Вот еще. Ну, по взрыву у них ничего нет. Потому что иначе бы они на нас средить пришли, наверное. Еще ящик с компонентами, да?
пушки. Очень много всего. Ну, читаки, что сделаешь? Все в себя стягиваю. Буду собирать, друзья. Они когда рейдили моих соседей, они на место дома построили крест. Сейчас крест построим здесь большой. Или писюн.